Туман становится все гуще, доктор Логан. Не волнуйся, Ларс. Я встану за что. Боже мой. Море и правда разбушевалось. Хорошо, что здесь не с чем столкнуться. Не нравится мне все это. А? Что это? Там! Ничего не вижу. Не волнуйся. Это Кракен. Его видели в этих местах. Ларс, успокойся. Кракен — персонаж старой легенды. Морских монстров не существует. Кракен! Это Кракен! Кракен! Alpha Teens on Machines. Продюсеры Сильви Баро, Бруно Бьянки, Сидни Кларк, Стив Гренет. Авторы идеи — Ариан Дезро, Поль Патрик Уваль. Композиторы — Ален Гарсия, Нуам Кне. Режиссер — Оливье Джон Герлинг. Атом. Кракен проснулся. Автор сценария — Бен Таунсенд. О, да! Как только рекламу покажут по телевизору, я стану настоящей супермоделью. Да, благодаря Кингу, который пририсовывает себе мышцы на компьютере. Пара штрихов — это не преступление. Только не трогайте волосы, они и так идеальны. Нет, мы не трогаем. Эй, аккуратней! Это моя любимая доска! Не дай бог с ней что-нибудь случится, а? Да? Привет, подруга, сколько лет! Это Рэйчел, Логан. Привет, Рэйч. Как жизнь? Привет! А? А? Подожди, Рэйч. Думаю, остальным тоже надо это услышать. Это мой отец. Он морской биолог. Он проводил исследования в открытом море, когда его корабль пропал. Не волнуйся, Рэйч. Мы найдем его, вот увидишь. Да, скажи только, где и когда. Спасибо, ребята. Встречаемся на моем корабле «Волгалла». Он в порту. Вперед, ребята! Надо кое-кого спасти! И сними меня за спасением в этом классном снаряжении. Это мое снаряжение! Приближаемся к месту, где корабль отца исчез с радаров. Эй, Рэйчел, взгляни! Надеюсь, ты это заснял, Кинг! Даже компьютер не нужен! Да-да, заснял! Эй, Рэйч! У-ху! Сними это! Вот это будет кадр! У-ху! Вот так! Ю-ху! Может, они закончат, если подбросим им рыбки? У-ху! Меня волнует погода. Море неспокойно. О. Хоук, будет буря. Спускайся оттуда, пока не поздно. Ни за что! Я летаю! Эй, как водичка, человек-амфибия! Не слышу тебя! У меня тут такие обалденные волны! Я король небес! Держись, парень! Я рядом! Не увлекайся, парень! Все в порядке! Хоу-Шарк за бортом! Их не достать! Помогите!
Помогите! Спасите нас! На Спасибо, приятель. А волны были что надо. Что надо, Шаркстер? Но вы чуть не пошли на корм рыбам. Пайплайн? Пайплайн? Это мой друг! Ладно, это всего лишь предположение, но вы знакомы? Шарк Хоук, вы в порядке? Лучше не бывало, знакомьтесь, это мой старый друг, Пайплайн. Он научил меня всему, что я знаю о серфинге. Просто рассказал ему о волнах. Знаешь о них, знаешь обо всем. Ой, он сейчас немного не в себе. Дружище, съезд пришельцев в двух кварталах. Еще успеешь, если сядешь на следующий пароход. О, отлично. Теперь их двое. Держи, Пайп! Твой любимый сэндвич Мондо Сапримо! Фу! Сардины с джемом! Ты запомнил! Запомните, больше не есть! Я должна тебе больше, чем сэндвич, за спасение моего корабля и моих друзей. Для друзей моего друга все что угодно. Я присматривал за ним с самого детства. Так, приятель? Точно! Помнишь, как ты учил меня толкаться с Пирсом? Ничего было, да? Эй, вы понимаете, о чем они? Я запуталась после слов с детства. Помню, ты жаждал искромсать те сваи. Эй, ты и сам не стоял в стороне. Я чуть не утонул, но Шарк спас меня. С тех пор я не катаюсь, боюсь волн. Очень. Да, приятель, слышал, ты забросил серфинг насовсем. Серфинг, да, но не воду. Купил эту старую посудину и увлекся охотой за ценностями. Здесь полно всяких обломков на дне. Знаете? О, простите. Эй, может, я помогу с поиском? Я неплохо знаю эти воды. Ребята, взгляните. Здесь что-то на радаре. Возможно, это корабль. Проблема в том, что он глубоко под водой. Осмотрим его поближе. Как там у вас дела? Отлично! У меня будет много снимков для портфолио. Рад за тебя. Акс, ты приближаешься к тому объекту. Понял тебя, Кинг. Вижу что-то. Это Тор! Очень странно, нет?
Ни снаряжения, ни экипажа, ничего. Его как будто очистили. Знаете, ребята, если бы я был суеверен, сказал бы, что его раскусили пополам. Ха, не смеши. Никто не в состоянии сделать такое. Что это? Не знаю, но она думает, что мы суши. Значит, придется сражаться. Как насчет вкусного торпеда Суприма, чудище? А? Мы остались без энергии. Я потеряла управление. Мы тонем. Рейза? А, я этому мутанту недоделанному не морская мартышка. Смотрите, сверкающая карта морского дна. Отлично, Йода. А теперь найди на ней выход отсюда. Давление слишком сильное. Батискаф не выдержит. Нам конец. О, молодец, дружище. Батискафу, конечно, досталось, но я его починю. Да, я бы починил этого Рейзу. Он натравил на нас монстра, будто он его собачка. Должно быть, это Кракен. Старые рыбаки говорят, что уже видели его здесь. Нет, Кракен – персонаж легенд. Он больше похож на огромного кальмара. Мы же столкнулись с плезиозавром, доисторическим созданием, которое, как полагали, уже вымерло. Да? Это мы чуть не вымерли. Рейза, должно быть, нашел его где-то и смог приручить. А если видели Рейза, значит, и Ли где-то недалеко. Могу поспорить, ему есть что сказать об исчезновении твоего отца. Ну так покажем им, когда начнем. Прислушайтесь к песне китов. На воде останутся следы. Похоже, я поняла. Отлично. Значит, я единственный, кто не говорит по-рыбье. Думаю, Пайплайн имеет в виду, что такое большое создание, как плезиозавр, должен оставлять масляные пятна на воде, как и киты. А ты, подруга, соображаешь? Вон они, следы плезиозавра, каждый размером с футбольное поле. Свистать всех наверх! Они ведут прямо в туман. Мы их потеряем. Нет, туман рассеивается, а следы ведут прямо к той нефтедобывающей платформе. Супер! Может, он там работает? Думаю, надо осмотреться, пока нас не видно в тумане. Обычные рабочие. А, Киллиан! Значит, там Ли. Итак, нужно вернуться в туман. Вернемся, когда стемнеет, и осмотримся получше. Пора, ребята. Одевайтесь. Удачной охоты. Нужно держаться вместе. Тихо здесь как-то. Я слышу только храп. Вот и наши друзья. Вам нужно увидеть это, мистер Ли. Мой маленький кракен порубил в кусочки этих борцов со злом.
Отлично, Рейза. Сначала доктор Логан, а теперь Шайка Меннинга. Твоя зверушка и правда очень полезна. А теперь посмотрим, как там наш добрый доктор. Доктор Логан у него. Эта вышка просто прикрытие для его очередного безумства. Работайте, док. Если вы не справитесь, мы не справимся. Вы же не хотите разозлить киску? А? Я чую сардины. С джемом? Ой, моя вина. Круто. Обожаю незваных гостей. Рэйчел! Еще один доктор Логан. Вот мы и встретились. А с вами мы, кажется, незнакомые. В центре бури не бывает знакомств. Неважно. Вы, наш загадочный друг, теперь работаете на меня. И поможете мне осуществить мой самый глобальный проект, соединив ДНК редких морских обитателей, который так скрупулезно собрал ваш отец. С ДНК некоторых земноводных я создам идеального мутанта. Одно создание, но с силой и умением всех членов моей команды. Оно сможет обитать во всех сферах. Я назвал его Homo Aquaticus. Эх, никак не пойму, зачем вам что-то лучшее, чем мы? Зачем? Может, хуже просто нельзя? Пайп, уведи Рейчи ее отца подальше отсюда! И пропустить все веселье ни за что! Молодец! Уже уходите. Да, через твой труп. Рэйчел! Сейчас вам предстоит встряска. Нет, Рейза, никакого электричества. Здесь все взорвется. Они опять победили. Отступаем. Все еще страшно, приятель, но спящему песку пора столкнуться с пробуждающим приливом. Ну, давай со мной! Как в старые времена! Только быстрее и круче! Только сейчас понял, как классно на гребне волны и как я скучал по этому! Спасибо, друг! Отлично, друг! У-ху! —
Не знаю, как отблагодарить вас за спасение. Я только жалею, что не смог изучить плезиозавра как следует. Ну и что, я вообще его не увидел. И только рад этому. Кракен! Нам конец! Конец! Стойте! Похоже, не только Рейзи может общаться с Кракеном. Да, но при чем здесь мой сэндвич? Рейзи был плохим хозяином. Ему хочется развлечься с новыми друзьями. Такой вот эффект у Мондо Супримо.